Ура, долбоёб. Пидор, сука, ёбаный, блядь. Изготовлялся и носил страшно разрушительное действие на организм, а как раз готовился он из кодеиносодержащих препаратов, которые легко продавались в аптеках. Вот. Сейчас можно сказать, что вот эта тема дезоморфина, она во многом уже ушла в прошлое. Поэтому вот такого рода, еще раз, конфликты интересов ведомств, ФСКН, там, Минздрава, они случаются не в первый раз. Поэтому очень важно здесь там, не просто как-то занимать оголтело ту или иную сторону, да, а пытаться находить пути решения, как сейчас модно говорить, дорожную карту, то есть для того, чтобы и, безусловно, помочь больным избавиться от бюрократической волокиты и в то же время обеспечить безопасность государства в части оборота наркотиков. Ну да, все это замечательно, дорожные карты и так далее, но больные в это время терпят, да. Потому что только к 22 июля им разработать документ, а что там будет дальше, непонятно. Рин, еще раз, я могу точно сказать, что бесконтрольная выдача препаратов нанесет ущерб на порядке.